бесплатный. Эд, а ты что, Эд, ты должен? Я переделал заявку. Ну, тогда ты платишь, что ли? Я на будущее. На 100. Ну, я переделал заявку. Рамиль! Рамиль! Рамиль Гасаныч! Рамиль Гасаныч! Второй стол. Султанов. 110. 92. Да, напиши переход. Вес 110 у него. Давай вешать. Где я напишу тебе? Переход. Дай посмотри. Ты переход написал, да, его? Здесь переход? Нет, здесь. Мы за него отвечать должны. Здесь переход 110. ПВ 110. Да, штук 110. То мы за него отвечаем. Вот все, переход. Кружочек. Минус делаем здесь. За него деньги будем. Все, братушка. Вот эти шпатные. Ты же группу записал. Вот эти записал. Да? 2, 3, 4, да? 4 шпатных. У тебя тоже, да? Здесь? Да. Вот ты какой вес боролся? 110. 110 же? А, все правильно. Да,
Лешами? Есть? Не знаю. 902. Салим Гиреев. Шамиль, да? Рамиз Гасанович, телефон. Перевод? Нет. Паспорт. А что, ты сам умничка? Паспорт где? Паспорт? Он далеко находится. А? Далеко находится. Я поехал, знаешь, оттуда, с Ирана. Тебя судить. А где паспорт? Слава Богу. Забыл или что? Забыл. Фамилия? Фамилия? Да? Давыдов. Не раздал, да? Да. Хватит, да? Ты? Давыдов, кто? Хаджимурат. Доллары. Да, 92 норма. Камиля. Перевод. А? Свайбу, да? Рамиль! Рамис! Ты платишь, да? А? А, ну скажи, я же тебя в списке. Платник? Да. 92 норма, значит. Номер, номер! Рамис, номер диктуй, пожалуйста. Где? Ростов, ну. Ты что, с Ростова, блин? Какая школа? Готова? Зайская. А? Рамиз Гасанович. Да, оставь, ничего, ничего. За кого будешь бороться? Бороться ты сейчас. Да? Ты если на АСКФО за эту не будешь, за нашу зону бороться. Это... Да это на себя не бери, тебе зачем это все? Рамис! Рамис Гасанович. Ростов. Ростов, ты за кого борешься? Махачкала. Да? Уверен? Я в прошлом году боролся. Я знаю, знаю. Давай. Тренер. Ты платишь, да? Видал? Где? На полу. Какой вес? Здесь. Магомедов Магомед? Тоже 92 ты был, правильно? Да, все правильно. Магомедов.
работать в школу будет? Спасибо. Vamos gastar das carquis vejam. Сказали? До скольки у нас? Ты можешь одну, две минуты. Давай еще, давай, пока одну. 36 сейчас, 4 минуты дай. Я сделал, наверное. Давай 4 минуты подождем, пускай побегает. Я же не хочу его хоронить одну. До скольки взвешиваем? 3 минуты у тебя. Ты можешь уже все. Твой вес, там кто гоняет еще? Большие тяжи. Какой вес? Последние 4 минуты. Понял. Пропустить? Сколько лишнего? Нет, пропустить-то можно, но как? Записать просто? Сколько лишнего? Вот 100 грамм. Пошли, я не пускали вчера писали. Я пущу 50 грамм, и больше я могу. 110 и 100 граммов. Ну скажи, Владимир Сухарев, большой вес 110 и 100 граммов. Да? Это вообще говорю. Большой вес. Ну 100 грамм, что? Пару лямов если даст, я и за него и поборюсь. Нет. Вчера 50 грамм, 20 грамм даже пускали. Вообще не пускают. Вообще 50 проблем не бывает, мне кажется. Мне это не дается. Там два веса много. А что два? Говорили четыре.
Не, у нас в одном весе 100 человек. 55. Когда доказывают? Не, это в одном весе. Долго не будет все равно сегодня. Мы завтра будем. В 11. Это ты всегда говоришь, что опасно бывает. Не, у нас, знаешь что, у нас только один вес много людей. Остальные быстро входят. И то мы его бах-бах на двух коврах. Ага. У вас и перерыв, и это, и все. Перерыва нет. Нету. Нету, да? Сегодня, короче, сказали, с часу до трех бухаем, как, до обеда работаем. Потом бухаем до трех и дальше. И после 12 я финал начну. И маму отдайте швабры, и домой идите, скажи, а ты работаешь. И сам убирайте. Наша время будешь, то есть плохие, а мы сегодня они не уходим. Вас пока нет здесь? Дальше иди, поищи. Вот там кто в кабинете, вот Алишка, Курбан. Всех забери, пусть после 12 дней. Аду! Да. Ей, можно оставить, вот копейка есть, то ли шашлык, машлык возьмем. Здесь оставь. Чего вы хотите? Спасибо. Давай! Какой высоту? 55.